Всем привет, с вами Хантос, и у нас новая игра на канале, называется она Day Air Survival, то есть постапокалипсис, времена СССР, и я буду называть ее русский Fallout, то есть она исполнена в данном стиле. Так, я здесь немножко пробовал, то есть здесь также премиум версия, то есть там дается изначально другой набор и также неограниченные возможности сообщений в чате, как я понял. Да, ребят, это онлайн игра, то есть у нас с вами будет возможность даже встретиться далее. Так, я здесь немножко начинал, чтобы азы самые выяснить, как что происходит. Так, онлайн. В этом режиме недоступно сохранение. Выживаете совместно с другими игроками. Уровень сложности соответствует как в жизни. Использовать премиальный комплект снаряжения. Ну, как я говорил. Так, открыть глаза. Нажимаем на любую кнопку. Здесь есть также сюжетная линейка. Так, мир, который я любил. Уничтожен. Что произошло? Я должен узнать. Я должен выжить. Так, что здесь произошло? Где я? Что мне делать? Откройте задание. Я открыл глаза и судорожно вдохнул морозный воздух, ожег мне все нутро. Было больно шевелиться, опершись локтем о шершавый асфальт, сжав зубы, я приподнялся. Черная пелена перед глазами отпустила, и из тумана проступили они. Безжизненные руины, ни одной живой души. Что здесь произошло? Где я? Что мне делать? Меня била крупная дрожь. Нужно что-то предпринять. Нужно двигаться, пока есть еще силы. Взвыл ветер, и мне в лицо полетел песок, и строительная пыль залепила глаза, нос и рот. Я зашелся кашлем. Совсем рядом есть дом, там можно укрыться. Превозмогая боль, я встал и побрел. Так, прикоснитесь к карте. Так. Нажать, бежать. Так, вот я в дом зашел. Локация. Искать. То есть в доме вот можно найти данные предметы. Так, игра не линейная, то есть это пока обучение. Я могу подобрать все и искать. Так как больше искать нет смысла, больше в доме ничего нет. Есть, можно сразу забрать все. Овощи в холодильнике давно превратились в комки вонючей плесени. Зато не на жизнь полки. Покосившийся шкафчик, я нашел спички, гречневую крупу, банку консервной тушенки. Тоже, сейчас эта жалкая пыльная баночка была мне дороже всей сокровища мира. Откройте инвентарь, выберите говяжьи консервы, нажмите «Съесть». Так, то есть здесь вот весь инвентарь, то есть на мне вот одежда, то есть экипированная одежда, это куртка, ботинки, то есть также износ, все по 50%. Можно сортировать таким образом. Весь инвентарь. Так, еда. Мне нужно съесть тушенку. Так, здесь вся информация вот в правой стороне. То есть могу выкинуть, могу съесть. Это что за у нас кнопка? А, это как бы избранное сделать. То есть говяжья консерва есть. Это для задания. Дает консервную банку. То есть при том, как мы ее используем, консервная банка получится и минус 45 гол. Давайте нажмем съесть. Пища придала силу, даже боль в теле немного улегла. Что теперь, куда идти? Я посмотрел на покрытый пылью портрет хозяев квартиры. Надо искать людей, но остались ли они в разрушенном городе? Или если нет, что с ними стало? Что здесь, черт возьми, произошло? Ну это нудятина. Перейти на карту нужно. Так, нужно добежать до кратера. Все, то есть я здесь уже сам могу выбирать. Бежать. Так, надо, кстати, никнейм поменять. Так, локация. Искать. Здесь можно найти. Это что у нас? Так, подобрать все.
Так, ну выбора у меня не будет, если попытаюсь, то есть это грязная вода. Так, инвентарь. Пить. Так, мне радиация прибавилась. Так, как поменять никнейм? Так, ну это, я думаю, потом разберусь. Сейчас это не столь критично. Так, давайте еще. То есть вот локация, искать. Еще воды найдем. 4. То есть время у нас это 1 сентября 90-го года, времена СССР. И вот, смотрите, то есть сейчас у нас время без 10 получается 3 игрового времени. И на поиски он тратит... Нифига себе. Достаточно много, больше часа. Так, ну давайте возьмем все. Далее, что у нас там по заданию? Задание. Вот задание. Так, давайте разберем сначала все панели, я думаю. То есть в правом верхнем углу это у нас кровотечение повышает истощение. Кровотечение уменьшается при помощи бинтов и медикаментов. Отравление повышает истощение. Отравление уменьшается при помощи медикаментов. Радиация повышает истощение. Радиация уменьшается при помощи алкоголя, медикаментов или при нахождении вне городов и других радиоактивных зон. Так, усталость. Когда усталость, персонаж упадет в сон. Усталость уменьшается во время сна. Шалаш и костер позволяют быстрее выспаться. Угу. Когда жажда достигнет 100%, начнет расти истощение. Жажда уменьшается при помощи употребления воды. Воду можно найти в водоемах и городах. Ну, это тоже логично. Голос, в принципе, также. Если у нас он до 100%, то тоже повышается истощение. Само истощение, критическое значение 100%. Если истощение достигнет критичного значения, персонаж умрет. И, соответственно, мы все начнем сначала. Чтобы это не допустить, необходимо следить за остальными показателями. Здесь у нас персонаж... Так, статистика вся собирается, сколько прошли, время выживания игрового, так, обыскана, голова, то есть травмы и прочее, вся статистика абсолютно, навыки, то есть здесь вот у нас все качается, то есть также есть прокачка перков, выживание, механика, химия, кулинария, шитье, кузнечное дело. И, соответственно, навыки использования оружия. Холодное, арбалет, огнестрельное и взрывчатое. Также я немножко подготовился. То есть, посмотрел один видос. То есть, нужно все ломать, все собирать, крафтить и так далее. То есть, подобным образом мы прокачаемся быстро. Здоровье, травм у нас нет. Для доступа к чату и другим игрокам необходимо выжить первые 14 дней. Отлично, потом чат откроется у нас. И, соответственно, вот здесь последнее, это все бафы, сколько у нас атака, 50, защита, 140, вес всех вещей, 12 килограмм, прочая статистика. То есть досконально, здесь все проработано. Так, задание, идите к другому кратеру, нам нужно идти к другому кратеру. Магазин также присутствует, ну, я же говорил, как... То есть также есть реклама, За просмотр рекламы, мне кажется, дадут крышки. Надо будет потом затестить. Так, ну, крышки как Fallout здесь. Этот препарат и защитит травмы, болезни. То есть можно за просмотр рекламы набирать их, а потом, соответственно, какие-либо наборы приобретать. Я не знаю, вещи, офигеть, сколько здесь вещей в игре. Навыки. Оружие, офигеть, патроны, какого только оружия нету, ремкомплекты, броньки разные, офигеть, транспорт, мотоцикл, ВАЗ, копейка получается, булка, КамАЗ, БРДМ, офигеть, даже танки есть, вертолет, БелАЗ. Охренеть просто, и бензин также требуется, машинное масло и база. Также базу можно будет строить, зашибись. Но это мы с вами потом разберемся. Так, нам нужно
другому кратеру идти, а где у нас другой кратер? Вот, другой кратер, бежать. Так, так, так. Обыскать. Угу, в пустом кратере, где нет воды, можно найти кремень. Иногда поиски занимают много времени, продолжайте искать. Так, больше ничего нельзя найти, подобрать. В пустом кратере мы нашли кремень. Ну, по логике рассуждая, можно с помощью него разжигать костры. Огонь. Так, пока я собирал куски, услышал за спиной шорох. На краю кратера сидела крыса. Я взглянул в другую сторону и видел еще трех крыс. Они не отрывались, сидели за мной своими красными глазами. Когтистые лапки поддрагивали. Крысы были тощие, но огромные. Мне должны быть ростом не до колен. Холодок пробежал мне по спине, медленно стараясь не защищать, вылез из кратера, стал отступать ближайшие постройки, если медленно двинуться ко мне. Их стало больше, 5, нет, уже 6. Похоже, они сами боялись, но их было много. Лютый голод мог пересилить страх в любой момент. 7, 9, я замер на мгновение, а потом побежал прочь города. Покиньте город, доберитесь до леса. Если на вас напала крыса, сбегите от нее. Так, нам нужно вне города. Так, выйти. Карту как масштабировать? Все-таки крыса напала. Так, шанс победить 25%. Урон при победе. Урон при проигрыше. А, то есть истощение добавит. Давайте нажмем. Так, у нас есть только кулаки. Атака 50. Ну, это нам не нужно. Давайте нажмем скрыться. То есть мы бежали все-таки от нее. Крысы не стали меня преследовать, добежал до чахлой заросли кустарника, без сил повалился на потрескавшуюся землю. Изнуренный организм потребовал сна, но я заставил себя подняться. Сначала надо обеспечить безопасность и решить вопрос с едой. За сухой поросль начинается лесок. Нужно взломать веток, развести костер, тогда я смогу согреться и приготовить еду. Да и незваных гостей огонь не отпугнет. А если веток будет достаточно много, построю себе шалаш. Откройте окно локации. Нажмите искать, пока не найдете достаточно дров. Необходимые предметы, дрова 10. Нужно нам найти. Так, нажимаем локацию. То есть здесь можно также грибы найти. Мох. Так, искать. Озвучка классная. Сова плюсу. Так, гриб какой-то нашел. У нас уже ночь наступила. Так, еще дрова. Так, интересно, что дает этот гриб? Так, разные они. Оранжевый гриб. Испорченный на 53%. Количество 1. Даже вес есть. Голод минус 25, ну добавит радиации. А этот гриб фиолетовый. Отравление плюс 5, усталость зато снимет. Голод минус 5. А нет, усталость наоборот добавит. И радиация минус 10. Ну, я, наверное, заберу все. Все грибы, то есть одни бафы. Грибы это как бы бафы дает, получается. Так, локация. Локация. Искать далее. Нам нужно 10 дров. У нас пока 8. Пока я взламывал мертвые сучи, среди столов мелькали ему смутные тени. Должно быть воображение. Разоглался, может и нет. Свалив добычу в одну кучу, я критически осмотрел. Не так. Дело не пойдет. Я так до утра буду костер делать, чтобы только придумать. Может на кремне получить сделать топор. Откройте окно схемы. Угу. То есть по 8 всего что было. Механика. Топор. Дрова есть. Кремень есть. Клей. Изолента. Изоленту я нашел. Кремниевый топор. Так. Сделать. Отлично. Так. А давайте его возьмем в руки. И тоже будем использовать его как оружие. Так, все. Взять в руки. Отлично. Сколько у него урон? У нас вот руками 50, а здесь 200. Ну да, конечно. И еще плюс добыча
дерево увеличивает. Так, подобрать все. Кстати, еще какой плюс в этой игре — инвентарь. То есть вот смотрите, если нажму выкинуть, он, то есть, на этой же локации останется предмет, он не уничтожается, то есть его потом, возможно, другие игроки смогут подобрать. Так, а вот этот весь этот у нас урон получается. Так, вы спите. Нет, нам нужно костер сделать. Так, а где у нас костер делается? Так, вот таким образом. Карта. Че? Это такая карта? Че? Это же сколько надо играть? Охренеть просто. Так, нам нужно воды и еды. Так, схемы. Костер, дрова есть. Мне не хватает уровня навыка. Выживание, выживание 0. А что для него нужно? Так. Так, это давайте тогда по заданию. Необходимые предметы 26. Угу. То есть нам нужно искать. И поиски нам добавляют, соответственно, очки навыков. Ведете поиски. Что-то он очень мало ищет. Истощение пошло. Даже самодельный топором дело пошло заметнее быстрее. Я рубил ветки, пока руки и спина не начал гудеть, остались. Что ж, на первое время дров достаточно. Я собрал их в охапку и пошел обратно за зарослем. Топор не подвел. А из второго кремния я сделаю нож. Если нападут крысы, мне будет чем защищаться. Сделайте кремниевый нож. Так, так, так. Где у нас схемы? Схемы. Думаю, тоже здесь в механике. Клей или изолента. Так, нож получен. Давайте посмотрим, что там по урону получается в нем. Урон 200. А здесь... То есть 100, а здесь 200. А нафиг он мне тогда вообще нужен? Топор оставлю. Так. Так, так, так. Это он что, сам получается сделал шалаш? В смысле привал? Здесь же не было лагеря. Так, а в схемах у нас шалаш появился. Давайте сделаем его. Он появится, нет? Интересно, на иконке. Лагеря нет, не появился. Так, и также дрова разжечь. Угу, то есть с помощью спичек мы будем 15 минут костер разводить, с помощью простого трения получается 3 часа. Так, мы разожгли костер, и здесь нас также далее просят скипятить воду. Костер у нас есть. Как нам воду скипятить? Кулинария. Механика, шитье, кузнечное дело. Так. Инвентарь. Сразу можем, то есть вот когда нажимаем, много скипятить, то есть я выберу 10. Так, еще 5. И там 3 останется. Угу. При кипячении также нам добавляют навык химия плюс 1. Мне не хватает посуды. Так, ага, то есть у нас была консервная банка, и мы ее использовали. Так, давайте.
Давайте поищем. Что не сварить и съесть вареную гречку. Вареную гречку. Так, схемы, кулинария. Это у нас макароны по-флотски с грибами, лепешка, хвостатая котлета. А, блин, вот я опять туплю. То есть вот нажимать на гречку, варить. Блин, посуды не хватает. Ну давайте вернемся в город, поищем. Теперь будем лутаться уже. Так, это у нас... Это у нас что за здание? Руины. Здесь мы можем что-нибудь найти? Угу. Так, можем найти отравленную воду. Так, отравленную воду. Большое количество. То есть, пока мы лутаем, у нас прокачивается выживание. Так что лучше, я думаю, до Талова искать и прокачивать этот навык. С огромное количество металлолома. Вес всех предметов 50 килограмм. Нахрен они нам нужны. Так. Локация. Искать. Кажется, я в этом уже ничего не найду. То что у нас? Это у нас железная труба. Так, а что она нам дает? Так. Не знаю, давайте одну поднимем. Также мы можем остальные разломать. Мне не хватает ножовку, а не можем нифига разломать. Блин, все досконально продумано. Так, а здесь есть печка, тоже разломать инструменты мы не можем. Так, 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 отравленная вода, но у меня вода есть. Так, а очистить мы ее сможем, то есть не кипячением, как я понимаю, а уголь. Ага, активированный уголь нужен, чтобы воду отравленную очистить. Блин, вообще все досконально продумано. Так, следующий дом тоже руины. Так, локация. Искать. Есть кирпич, металлолом, дрова, вода и трубы. Да ну нафиг. Нафиг нам кирпичи. Так, масштаб уменьшим чуть-чуть. Что это у нас? Локация тоже ничего. Но блин, в руинах вообще ничего толкового найти не можем. А вот здесь выше есть более-менее, по-моему, дома. И так забавно идет. Руины. Ну да. Так, а это у нас какой-то домик непонятный отдельно стоит. Так, это у нас что? То же самое. Так. Уцелевший дом. Хм. Локация. Ничего не осталось. Так, а я здесь смотрел уже, что ли? Это руины, руины, руины. Так, а что у нас по заданию? Гречку сварить, а еду... Так, а посуды у меня нет, и что делать? Я не могу ничего толком сварить и найти. Здесь можно найти кремень. Он нам нахрен не нужен. Истощение-то прибавляется. Истощение прибавляет. Так, а тут труп вообще лежит. Так, искать. Искать. Надо, кстати, воды попить. Вода-то у меня есть. Так. Пить. Пить. И пить. Пустые бутылки не прибавляет, да? Так, а здесь что нам грибы дают, которые я... поднимал. Так, отравление, усталость. Ну, в принципе, нафиг надо. Так, нам нужна посуда. Ёлы-палы. Давайте еще в этом доме посмотрим.
Может, здесь есть посуда? Так, вот тут есть возможность труп найти. Угу, а что можно с ним сделать? Можно похоронить. Лопата нужна, можно обыскать. Так, тряпье. Поднять, перевязка. Можно сделать перевязку. Обыскать, труп. Так, бандаму. Надеть можем. Поднять джинсы. То есть мы труп раздели. Так, еще есть возможность поискать? Да. Так, еще три трупа. Офигеть. Так, обыскать. Обыскать. И обыскать. Фига себе, мы одежды набрали. Все заберем. Искать. Все, здесь больше ничего нет. Давайте, что мы нашли по одежде. Ага. Ну вот у нас шапка более-менее есть. Убрать. Надеть. Так, а что у нас? Снаряжение, вот. А, это повязка на лицо. Износ 87%. А ботинок у меня аж три пары. Ладно, еще что заменим. Так, давайте, наверное, в другой город сходим. Вот здесь тоже есть. И, может быть, поесть что найдем. То мы, блин, так откинемся. Прям в начале игры. Так, по городу. Кстати, я же говорю, все до мельчайших моментов продумано. То есть, вот он шел по городу, как по брусчатке звук был, а сейчас вот по лесу идет и листьями шуршит. Так, у нас уже... мы уже в городе, давайте увеличим. Ателье. А если еще увидеть... столовая. Так, давайте в столовую сразу сбегаем. А в сильную усталость пора отдохнуть в лагере. В лагере. А если прямо здесь поспать? Вы спите. Все, хватит спать. Да, блин, хорош спать. Это как-нибудь можно остановить? Похоже, что нет. То есть не обязательно спать в лагере, но здесь, мне кажется, шанс есть, что на меня кто-то нападет. Так, локация... Ух, нифига себе. Так, искать. Угу. Сухари. Сразу съедим. Так, сухари добавляет нам. Зато пить он быстро хочет. Так, воды у меня есть. Выпьем. Дальше искать. Ребят, обязательно пишите в комментарии, кто в нее играет. Оставляйте свои советы, потому что я первый раз в нее играю, и без ваших советов мне будет трудно. Водку нашел. Поднять. Кастрюли, наконец-то у нас есть тара. Гречку сможем приготовить. Так, поднять. Сухари съедим нафиг. Так, я их поднял. Это что у нас? Соль 10. Макароны можем будем приготовить. Так, сухари давайте съедим. Съесть. Съесть, 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 съесть. И водой запьем. Ну все, живем, живем. Давайте еще доищем в столовке, что можем найти. А, все. Так, давайте быстрее в лагерь. Где там наш лагерь? Что за звуки непонятные? А вот здесь что это? Хм. По всему
городу. Топ, здесь больше уцелевших домов, надо все будет зачистить. Так, да ну куда спать? Ну вот это, конечно, вообще это проблема. Я считаю, что надо это фиксить. Случайно нажал, к примеру, спать, и он спит. Надо останавливать. Так, локация. Так, а что же это вообще локация у нас получается? Так. Секунду. Вот не показывает название. Здесь мы можем костер развести? Так, а здесь мы даже обыскать можем. Нам нужно поесть быстрее. Здесь вот можем консервы найти. Так, сухарь нашел, надо будет сейчас его слопать. Угу. У нас, кстати, этот уменьшается истощение, так как мы поели. Так, вот, тушенка быстрее. А, кстати, нет, лучше сухари съем. А тушняк у нас, он всегда останется. То есть у тушняка даже нет испорченности, он никогда не испортится. То есть это на крайний случай он у меня будет еще искать. Поиски у нас прокачивает навык выживания. О, еще тушняк, отлично. Искать дальше. Это какой-то загородный домик у нас получается. Еще водяра. Поднять. Все, больше ничего не обнаружено. Тушняк. Это сразу мы едим. Вот, блин, конечно, с едой вообще проблема постоянная. Так, давайте воды попьем. Так, пить. Пока нормально. И обыщем трупы. Так, это что такое? Пули свинцовые? Серьезно? Искать. Еще искать. Так. Вот какие-то все рваные. Кстати, вот у меня не было перчаток. Перчатки себе нашел. Бандама. Так, кстати, что можно? То есть порвать. Я предполагаю, что это у нас шитье увеличивает прокачку. Да, конечно. То есть всю вот эту вот изорвем одежду. Ой, поднял случайно. Так, оно что нам прибавляет? Порвать, если тряпки плюс 4. И шитье плюс один. Ну вот. Так, порвать. И это тоже. А с трупами я больше ничего не смогу сделать. Ну да. По поводу шитья. То есть у нас, в принципе, починить нужно 89. Что нужно починить? Для этого требуется, что у нас? Бонус маскировки. А мне не хватает швейной иглы. Так, а в схемах она есть? Шитье. Желание. Самодельная игла. На втором уровне выживания у нас проволока нужна. Механика. Угу. Так, пока, то есть, одежду чинить не могу. Так, что у меня в инвентаре еще по одежде? 88 износ. Давайте нафиг порвем. Так, 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 это тоже. Кстати, тряпки меньше весят, получается. Так, по поводу еды. Давайте наконец приготовим ее. Так, для этого требуется крупа, вода есть, посуда есть, огонь нет. Так, чтобы сделать огонь, схемы, выживание и бревна нам нужны. А бревна мы нашли на этой же локации. Сделаем костер. Ну, давайте из спичек сделаем. Так. Кулинария. Нет, не здесь.
Прямо из инвентаря можем сварить эту крупу. Так, варить. Соль не тратится. Так, и макароны тоже можем сварить. Так, кстати, здесь вода тратится, да, у нас еще. Так, давайте приготовим. Еще макарох, наверное. Так. Съесть. Голод минус 35, жажда минус 15. Минус 35, минус 15. Ну, одинаково, соответственно, дают они нам. Так. Никогда не подумал, что вареная гречка без соли, молока и масла кажется такой вкусной. Ел так быстро и жадно, будто ее вот-вот выхватит у меня из рук. Теперь спать. Больше ничего. А ни на что сейчас не смотрю. Как проснусь, нужно будет ходить искать людей и ответы. Закройте окно задания, чтобы поспать, нажмите кнопку с изображением палатки. Так, ну мы уже спали, и неоднократно причем. Так, у нас, то есть он больше нужного количества у нас спать не может. Вы спите. Ну и в принципе все, ребят, на этом я ролик заканчиваю. Это у нас выживание в стиле русского Fallout времен СССР. Не забудьте поддержать Лукасом. Обязательно пишите в комментариях, кто что знает про нее. Обязательно оставляйте советы. С вами был ваш Хантас. Всем добра. Пока-пока.